Всем здравствуйте! Сегодня хочу вас развлечь. Вот это мой завтрак. Клевер. Точнее, не помню. Это, ну, с названием клевера точно не помню. Клевер там какой-то. Это шиповник морщинистый. Энотера. Он же ослинник. Это клевер луговой. Он еще не цветет пока. Одуванчик. По-моему, лекарственный. Название точное. Подорожник. Камчатский. Обычно я его не ем, а в чай кидаю. Ну, сегодня съем, так и быть, чуть-чуть. Так. Чина приморская. По берегам растет. Шиповник морщинистый. Молодые листочки. Гонкения. Продолговато-листная. Тоже по берегам растет. Мак аномальный. Либо мак соколовской. Не знаю точно какой. Лук. Предполагаю, лук спиральный, но не уверен. Одуванчик лекарственный. Так, это у нас опять инотера. Осот. У нас тут их три вида растет. Это один из них, не знаю какой. Он, кстати, ядовитое, слабо ядовитое растение, но есть можно. Даже там полезный какой-то. Марь. Если я не ошибаюсь, марь белая. Либо марь бриония листная. Без разницы. Ем. Чина. Там у нас горошек внутри. Вон он. Съем. Можно и оболочку съесть, но я сейчас не хочу. Так, люпильник тихоокеанский. Он же клевер пятилисточковый. Так, все назвал, нет? Ну, это... Какого? Конский щавель. Так, ну все, с растениями вроде бы все. Тут у нас еще растут некоторые съедобные, целебные. Ну а плюс продолжение моего завтрака. Оно находится вот здесь, в этой сетке. Но сейчас уже развязывать не буду. Хорошо на острове.